ты не совсем представляешь, о чем поет Кристина Агилера в песне «Плохой мальчик». Ребята сейчас все тебе объяснят. Внимание на экран. Ну, как всегда, Я буду выглядеть как всегда. А я буду выглядеть не как всегда. Лучше, чем как всегда. Я буду выглядеть как всегда, она будет выглядеть еще лучше. Да, я буду выглядеть... Нет, ты будешь тоже выглядеть... Нет, я буду выглядеть как всегда, ты будешь выглядеть как всегда, но лучше. И вот так весь номер мы. Смотри, да. Без постановок. Сань! У нас есть уже номер, все. Господи. Спокойно. Спокойно. Аня, мне раньше некогда было. Разглядите меня. Да, но теперь. Да. Смотри. Хорошо? Хорошо. На месте, аж душа. Может, у меня очень длинное тело? Ты вообще длиннющая модель? Во. Где-то здесь. А чего нам вообще можно не кататься? Потому что Вадик очень хорош, я вообще безумно хороша. Поэтому я считаю, что можно не выступать. Выходить просто, кланяться, да? Говорить спасибо, господа, цветы, овации, где? Мы вас любим. Но сначала мы откатаем все-таки. Да. Сначала все-таки Аня и Вадим откатают под песню Кристины Агилеры «Nasty Boy». Some ooh la la, 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 ooh la
везунок же этот Вадим Колганов? И что ему пели две прекрасные женщины Кристина Агилера и Аня Семенович? «Вулеву куше авек муа»? Но какой же мужчина может отказаться от такого предложения? Танец задуман очень оригинально. Очень интересно, весело и костюм. Вадика Колганова это подчеркивает. К сожалению, была одна ошибка у Ани Семенович, она не выполнила элемент. Ну а по марке ошибки «Нечистое катание» Колганова вы, наверное, заметили сами. И тем не менее, впечатление от номера очень хорошее. Во-первых, целостное. А во-вторых, ну такое хулигански веселое настроение нам передали. Блин, ну надо так жалко. Молодец, молодец. Саша меня в ушко поцеловал, ты видел? Уже практически были у этого сам. Высоковато-то ему встало на ботинок. Я не высоковато, я, знаешь, я на этот встала на штану. На... И она у меня поехала. Блин. Анна Семенович, Вадим Колганов. Оценки за технику. 6-0, 5-9. Средний балл 5,95. Оценки за артистизм. 6-0, 6-0, 6-0, 6-0. Средний балл 6 баллов ровно. Да как у меня с вами? Общий балл 11,92. Да, ребята оторвались как могли. Но оценки что-то у нас не очень. Антон, скажи, пожалуйста, ты завидовал Вадиму? Ну, что можно сказать? Шикарная Анна, очумевший зайка, который даже пару раз спотыкался. От удовольствия или удивления, вот это уже неизвестно. Номер отличный, очень яркий, красочный, но, к сожалению, было действительно две ошибки, их нужно было обязательно отмечать. Согласна с тобой, Антон. Дмитрий, а вы ошибки не заметили? Дело в том, что Антон профессионал, он смотрел на ноги. А вы? Не профессионал. Татьяна Анатольевна, а за что же ваши 5-9? А что брать, если мне не брать ошибки? Я вообще должна была 5-8 поставить. Ну, кролика что... Дмитрию и Антону мы ставим 6-0. Вы знаете, сразу. Я сначала смотрела, вот две трети танца, я смотрела и думала, делают ну просто что хотят. Активно, легко, сексуально. Не думают ни над какими шагами. Просто в музыке. Даже как-то нахально немножко. Так, как в музыке. Все, это было очень здорово. Очень здорово. И потом, конечно, две ошибки. Надо было ставить 5-8. Но я просто, ну что-то я... Пожалели. Расчувствовалась, да, пожалела. Гранчатина был хороший, да. И Аня была очень хорошая. А главное, что они как-то... Получилось, что они сейчас катаются на таком высоком уровне, как ни один из них не катался с другими партнерами. Даже Вадик, он так с Таней не катался, как он катается с Аней. Во-первых, у них очень удачные все номера, и они делают такие элементы вот так, легко. Здорово, не огорчайтесь, но жалко так лажать просто на ерунде. Ребята, вы, кажется, нашли идеальную комбинацию. Да. Комичный Колганов, да. И страстная Семенович. Да. Кто придумал? Кто придумал? Придумал, конечно, Саша и да, Игорь Аршуляк. Да. Они придумали, а мы воплотили. Спасибо вам, ребята, за это огромное. Ну, вообще... И от нас тоже. Да, ради такой женщины я готов быть хоть зайцем, хоть кроликом, хоть лёликом, хоть да не кроликом, ты да, хоть в ресторане с толиком, хоть на конёчке роликом. Не знаю, кем еще. Хоть Сашей, Ваней, Толиком. Будь готов? Вадиком, да. Уже, Колганов, буду Вадиком, да. Идите с Богом. Идите, идите уже.